Я всех приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда Денерс, и мы как всегда с вами залетаем на MyCSGO. Также не забывай приятный промокод вводить, именно вот сюда плюсик нажимаешь, вводишь здесь Денерс и получаешь 30% депозита. Например, ты залутаешь туда 1000 рублей и получишь 300, да? Закидываешь 4000, получаешь 1200 на халяву. Закидываешь 10 тысяч рублей, получаешь 3000 на халяву. Любой приятный бонус ты можешь получить от любой суммы, самое главное с промокодом Денерс на MyCSGO. Ну и приятные плюшки можно выбить и крутые скины при помощи MyCSGO коинов. Именно вот с этих кейсов, которые копятся на халяву, когда ты открываешь любые кейсы. Например, мы с тобой сейчас откроем бонус кейс. Нажимаем, выбираем его и открываем медленно. После чего у нас крутится барабан и выпадает замечательный наш скин. А это у нас скин будет какой? Глаз Афины. 400 рублей просто на халяву нам падает. Ты также со мной вместе можешь играть на MyCSGO по промокоду Денерс. Приятного просмотра. Залетай на MyCSGO на балике 10700 сегодня будет. И на MyCSGO проходит офигенный розыгрыш, называется он розыгрыш 7 чудес света, висячие сады. Сейчас он буквально прогрузится, нужно чуть-чуть подождать, и вы увидите, 46 дней осталось, да, и вот такие скинчанские замечательные можно здесь забирать. То есть, смотрите, 8 ножей, 12 пар перчаток. Вы подумаете, почему здесь 4, а почему ты говоришь 12, да? Да потому что всего 20 скинов, то есть от 9 до 20 места, да, ты можешь забрать перчатки, то есть... Смотрите, с 9 по 10 такие перчатки, с 11 по 12 такие перчатки, с 13 по 16 такие перчатки и с 17 по 20 место вот такие перчатки. И также крутые ножики. Вот название и вот качество вы можете посмотреть тоже здесь. Также 15 способов присоединения. Вот эти вот баллы по 200, по 400, по 99, по 500 баллов, по 1000 баллов вы можете взять и залутать. Я считаю, это круто, просто вот каждый раз вы лутаете. Вот нужно, правильно, открыть кейс и берем бат, да, нажимаете. Для того, чтобы связаться с вами, вам нужен ваш e-mail, вот. Я просто куплю, сорян. Надо было нажать вот сюда вот, нажимается вот. Я думал, что-то именно сюда. Выполнять действие каждый день для получения 99. Короче, вы поняли. То есть вы выполняете задание просто, да, вот открыть кейс, получить ежедневный бонус. Нажмите, чтобы получить ежедневный бонус просто, да, ежедневный бонус забираете, да. То есть самое главное просто e-mail, почту указываете и все. Также на главной странице сверху раздача скинов CS2. Когда вы выполняете баланс, вы получаете тикеты и участвуете в розыгрыше автоматических раздач. Смотрите, активная раздача постоянно здесь происходит. Также мифические, эпические и так далее, тому подобное. Все в зависимости от редкости предметы вы можете залутать. Ну что, 10700 на балике, да, не такой сильно большой баланс, но сегодня я хочу протестировать одни интересные кейсы. Как вы думаете, какие? Угадаете ли вы? Может быть, ограниченную серию, может быть, майнинг кейсы, либо может быть кейсы блогеров, либо обычные кейсы из CS2. Правильно, обычные кейсы из CS2, который выглядит просто обычно, стандартный, как бы вот они. А почему намного выгоднее именно здесь их открывать, а не в КС-ке? Вы меня, может быть, спросите, либо я вам сейчас возьму и отвечу, верно же? Да потому что здесь не нужно тратиться на ключ. То есть ключ в КС-2 стоит, ну, хороших денег. Минималка 220. А все дальше в зависимости от редкости кейса. И вот, у вас, например, вот есть кейс. Какого бы вам показать? Например, возьмем какой-нибудь вот этот кейс. 95 рублей. Во-первых, он в стиме будет дороже стоить. А во-вторых, вам нужно еще ключ открыть, как бы купить. То есть вам выйдет в кейс, наверное, в 350-400 рублей. Как вам такое? А здесь за 100 рублей. Ну, 95. Короче, в 4 раза дешевле. 10 раз. Откроем вам быстро. Let's go. Мы пытаемся что-то путное такое, хорошее выбить. Пооткрываем сегодня их, протестируем, что можно выбить, вывести и возможно ли вообще. Так, я возьму наушнички, сниму, а то уже устал в них сидеть. Так, погнали. Попробуем вывести, может даже перчатки, ножик, либо топы, просто ганны. Ну, будет, короче, круто. Будет круто, круто, круто. Так, давай вот этот кейс тоже откроем, 10 разков. Будем по 10, по 5 раз открывать. Пробую что-то путного выбивать. Находить какие-то, может быть, читерские кейсы, крутые кейсы. Потому что, прикиньте, тут нож-бабочку автотроник убить за 150 тысяч. Это же прям капец будет. Конечно, я выбивал здесь такие скины дорогие, но порядка давно уже, кстати, не выбивал. Поэтому я очень сильно удивлюсь, если получится выбить сегодня что-то прям крутое, прям очень дорогое. Прям очень дорогое. Но
последнее время я выбиваю там за 10, за 5 тысяч рублей какие-то. Тоже, да, это круто, но прям большие-большие дорогие скины пока что мне не выпадали. Но очень хорошо зато окупается так вот, по маленьким. Потом там и вой выбивал я, и бабочки дорогие по 300 тысяч выбивал. Поэтому все возможно. Самое главное, чем чаще вы открываете, чем как бы чаще вам будет что-то выпадать. Да, конечно, когда-то дни у вас будут, когда вам не будет ничего выпадать, но по-другому никак. Но не всегда вы будете заходить, и вам будет всегда это падать. Это нужно понимать. Поэтому как повезет, так сказать. Вот видите, вот у нас был на балке 10 тысяч, сейчас осталось 3200. То есть такое себе, да. Можем взять, например, и уйти. Ну вот, вообще, про на сегодня не открывать. Вот 5500 прямо оставить, да, и уйти. Но я почему-то думаю, что, возможно, что-то годно дропнется. Ну, потому что, смотрите, вы прямо уйдете, да, даже если ничего не упадет, то да и ладно. Ничего не упало, и ничего не упало, да. А если, как бы, упадет, вы будете думать, блин, вот если бы я ушел бы, да, мне бы он не упал бы, а потом непонятно, что выпало бы, поэтому закидывайтесь, играете, тогда играете до конца. Да-да, нет-нет, так сказать. Так, на балике 7500, там АК-47 выпал, да, Азимов, это очень хорошо. Ценовой категории 3300. Так, револьверки, Shadow Case, гамма, давай гамму откроем, let's go. Какой-нибудь ножик бы не помешал бы здесь тоже выбить в гамме кейса. Пока что туда-сюда, туда-сюда, там не жестко нас рубит нас в ноль. Ну, пока такого что-то прям грандиозного, крутого, дорогого, пока ничего не упало. Давай попробуем. Просто я знаю то, что в КС-ке вообще шанс выбить какой-то ножик там вообще капец. Здесь намного-то выгоднее и лучше. Это понятное дело. Это я не понимаю, ну, которые люди не понимают об этом. Ну почему так? Давай алым кейс вот этот откроем, попробуем. Что здесь нам дает? 2500 дает. Ага. Ну вот, почему здесь не открывают? Ну, все по-разному думают, поэтому ничего страшного. Так, 2 юспа. Зевс, кстати, подешевел. Заметили, либо нет, не знаю. Так, опять 2 юспа падают. Так, окей, 2000 остается, 2000. Что бы открыть бы за 2000? Давайте вот этот алын. 1900. 1900. Так, 469 рублей. То есть мы с вами здесь вообще, да, ничего не вывели. Так, окей, давай пробовать камбэкать баланс сейчас на. Сейчас мы с вами камбэкнем, подождите. Так, Азимов, let's go. Давай попробуем здесь выбить сейчас что-то годного. С 5 прокрутов. Так. Еще разочек. Ага, по 250, он говорит, на покушали, да? Давай, надо М-ку, либо АВИК. Вообще будет круто. Если М-ка, либо АВИК, вообще будет игра. Так, калашек тоже неплохо. Но нам нужно что-то подороже. Либо давай второй калаш. Так, ладно, смотрите, что сейчас сделаем. Вот так вот. Где? Два раза вот эту М-ку открываем. Короче, не выбиться, это вообще отлично, хорошо. М-очка есть. Смотрите, мы с вами сейчас продаем ее. 18 на балике. Фух, давай. Кейс. Какой дорогой кейс? Weapon case. Давай, 10 раз. А, 10 раз, ага. Там 10 раз сколько? 50 тысяч. Давай здесь десятку. Погнали. Найс. А, найс. Let's go. А, сколько? 38 900? Так, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А, вот так вот. И вот так вот делаем. На балике 6200. И просто вот с этого, ну, то, что сейчас вот осталось, да, мы просто оставляем у себя 34 577. Просто берем, оставляем и все, и чилим. Просто я считаю, что вот это будет очень хорошо. С обычных кейсов на такой баланс выбить. Погнали. На ластовый балик подкрываем здесь. Капец, это очень жестко сейчас упало. Я думал, там один какой-то ножик может упадет.
Но чтобы вот так вот, о, сыворотка еще упала. 2800 тоже сюда. Капец, просто капец. Так, М-ку Нинуар, давай тоже заберем. М-учку Нинуар тоже забираем. И давай еще 5 ростков здесь крутанем. Блин, очень круто. С обычных кейсов крутануть вот, вот так вот вот. Да, рисково, да, как бы, ну, просто я показал, как можно это взять и сделать. Самое главное, ну, просто попробовать. Блин, офигеть, просто офигеть. Это очень круто дало, это что-то нечто. Так, давайте, last, два последних открываем и все. Короче, друзья, вот такое вот открытие у нас получилось. Вы сами видели, как можно пооткрывать обычные кейсы из CS2 в, ну, на MyCSGO, да, по промокоду Denner, самое главное, открывай. Как всегда, все ссылки будут в закрепленном комментарии. Поэтому, друзья, давайте, до новых видео. Оставляй комментарии, лайкосы. До новых видео. Пока-пока.